Приветствую вас, дорогие мои друзья! Я тут подготовил для вас цикл видео, в которых мы создадим небольшой блок на ИИ-2. Вас ждет целая куча нового материала, и, как обычно, начнем с конца, с конечного результата. Вот у нас главная страница. Здесь мы видим наши посты. Снизу есть пагинация, переход по страничкам. Справа сайдбар, в котором также есть три блока. Популярные статьи, последние статьи и список категорий. Давайте перейдем в отдельный пост. Тут у нас полный текст, теги, также комментарии. Как мы видим, справа сайдбар также остается. Далее переходим на страницу категории. Здесь посты выводятся относительно данной категории. Также у нас есть страница логина. Еще есть возможность залогиниться через ВКонтакте. А тут обычная регистрация. Все довольно-таки просто. Футер у нас статичный, нам он в принципе не нужен. Теперь перейдем в админку. Здесь также все как обычно. Создание статей. Создание категорий. Тегов. А также разрешение и удаление комментариев. С виду все это может показаться простым делом. Однако при разработке можем столкнуться со многими препятствиями. Ведь наша цель не просто создать проект и забыть, а создать его так, чтобы в будущем мы могли вносить правки и изменения «без боли» в кавычках. И в итоге, чтобы ваши клиенты, заказчики оставались всегда довольными вашей работой. Друзья, на создание этих видео я с удовольствием использовал все имеющиеся у меня ресурсы, поэтому буду очень признателен за обратную связь с вашей стороны. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. И давайте сделаем этот мир чуточку лучше. Начиная со следующего видео, мы начнем разработку нашего мини-блога.